По решению правительства День железнодорожников в Республике Молдова был признан официальным праздником. Но в нашем городе празднование этого дня уже давно является традицией. В воскресенье в 12 часов дня в парке у стадиона «Локомотив» началось праздничное мероприятие, куда были приглашены все желающие. Перед началом программы начальник железнодорожного узла Николай Димов выступил с подробным обзором всех достижений железнодорожных организаций. Отметил всех служащих, внесших свой вклад в строительство новой железной дороги, выделил лучших работников и рассказал о дальнейших планах. Ветка Джуджулеш-Тикагул сдана в эксплуатацию. Намеченные планы за 34 месяца управление дороги во главе генеральным директором поставлена была задача ускорить процесс этой работы ветки и выполнена за 14 месяцев. Это большая заслуга всех работников железнодорожного транспорта, всех звеньев, которые имеются в Молдавской железной дороге. Еще раз вас с праздником, дорогие ветераны! Дорогие коллеги и присутствующие, хорошего настроения, с праздником! Председатель района Илья Черноуцан также подчеркнул особый вклад в экономику и развитие района Басарабянской железной дороги. Он отметил и неоценимый труд ее работников, вложенный в строительство новой железнодорожной ветви. Поздравлял железнодорожников и всех горожан примар города Василий Филиппов. В свою очередь он отметил, что с открытием нового пути железнодорожный узел Басарабянский превратится в еще более мощное предприятие и станет связующим звеном между населенными пунктами всей республики и нашим городом. Сразу за выступлениями официальных лиц на сцену был приглашен хор ветеранов железнодорожного транспорта. Именно им, ветеранам железнодорожного транспорта, в этот день уделялось особое внимание, ведь всю свою жизнь они посвятили работе на железной дороге. Это как птицы мерцают в снегу ночном. Ночь впереди, снег на пути, зорче даль больше не взгляди, удачи тебе в пути. Стою на полустаночке, цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы, как уж водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? День железнодорожника – это стабильность, это дисциплина, это жизнь. И очень хочется, чтобы молодежь пошла по стопам нашим. В этот день мне хочется от всего сердца поздравить всех, и железнодорожников, и не железнодорожников, тех, которые помогают железнодорожникам. С днем железнодорожника, пожелать им счастья, всех семейных благ, здоровья, любви. И наш коллектив вот долго готовился, и мы рады, что нас так хорошо встретили, тепло, именно нашу программу, которую мы готовили. И я всех поздравляю железнодорожников. Сама я железнодорожница, проработала 37 лет на железнодорожном транспорте, и всех поздравляю с таким праздником. В этот день всех работников железной дороги с профессиональным праздником поздравляли отдыхающие на стадионе люди. Я хочу поздравить всех железнодорожников, так как и мой муж железнодорожник, и благодарить его начальника за хороший труд, что он всегда уважает меня, всегда, где бы ни встретили, здоровается. И всем железнодорожникам здоровья, чтобы работали, и чтобы железная дорога никогда не остановила свою путь. На протяжении всего праздника зрители развлекали ансамбли художественной самодеятельности из Абаклии и солисты Басарабянского дома культуры. Hey!
планеты все орбиты поменяют потом. И агенты всех разведок завербуют меня. Тигра выпустят из клетки среди белого дня. Мы пойдем с тобой кормить их, а они сидят там. И суровый укротитель их милицию сдаст. Там, конечно, разберутся, заведут протокол. Ты сумела улыбнуться, все, целую, пошел. Самая моя, моя, самая любимая, открывает окна, но прохожу я мимо них. Даль зовет меня судьба, ветром злым гонимая. Самая моя, моя, самая любимая. Гвоздем праздничного концерта стало выступление двух кишиневских рок-групп, приехавших поздравить всех железнодорожников и горожан с праздником. Первый раз в Бессарабке. С выступлением второй раз. Мы уже здесь были один раз, один концерт отыграли. Как вам сегодняшнее мероприятие? Немножко необычно. Мы в основном на таких не присутствуем, но в основном все классно, нам нравится. Можете поздравить железнодорожников? Железнодорожники, с праздником вас! Мы
всем крем. Да точно и не один. Да мы не ноль сидим. Да точно и не убим. Хай, у вас и браду хай. У вас и браду хай. У вас и браду хай. Яй-яй-яй. Хай, у вас и браду хай. У вас и браду хай. У вас и браду хай. Яй-яй-яй-яй. Пока шла концертная программа, на стадионе «Локомотив» начались спортивные соревнования по различным видам спорта – волейболу, шахматам, шашкам.